За последнюю неделю в Московской области по требованию Госсанэпидтехнадзора устранили 600 нарушений. Все они связаны со свалками и навалами мусора. Кроме того, 42 компании Подмосковья привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Более 300 нарушений, выявленных сотрудниками Госсанэпидтехнадзора, связаны с свалками и навалами мусора. На втором месте парковка машин на газонах. Таких 235 случаев. Наименьшее количество предписаний касались нарушения тишины и покоя, проведения земляных работ без ордера, а также размещения незаконной рекламы. Отметим, по предписаниям инспекторов все нарушения устранены. Руководитель ведомства Татьяна Витушева напомнила про требования губернатора Подмосковья о необходимом соблюдении законодательства в сфере благоустройства, чистоты и порядка на всей территории региона. Мария Антонова, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.